Сегодня мы на вулкане Горелый. Вот. Его я покажу попозже. Вот. Сейчас вот нашему узору предстает вулкан Вилючинский. Высота, в общем-то, небольшая. 2,187. Вот. За ним, вот вдалеке, если присмотреться, синее, видно, это Тихий океан уже. Никакие ни заливы, ни моря. Чисто Тихий океан. Сейчас мы идем по гребню. Вот примерно оттуда. Это вот одна из участниц нашей группы. Вот. Идем смотреть фумарольную деятельность вулкана. Вот сам кратер вулкана Горелый. Озеро, которое еще во льду. А вот это вот поднимающийся пар из кратера, это как раз и есть фумаролы. Ну, по-русски говоря, воняет сероводородом. Конечно, очень красиво. Там вот, в тумане, где-то папик идет, если присмотреться. Ну и мне туда дорога сейчас.